Этот самолет знаком всем, кто занимается в аэроклубах ДОСААФ. Як-52 – самый массовый спортивный самолет в нашей стране. Он создан в ОКБ имени Александра Сергеевича Яковлева. Из ОКБ Яковлева вышло свыше 100 серийных типов и модификаций самолетов. Одно из главных направлений работы ОКБ – спортивные и учебно-тренировочные самолеты. 1934 год. Первый самолет Яковлева – спортивный биплан «Аир-1». Тысячи советских летчиков в период Великой Отечественной войны начинали свой путь в небо на самолете Яковлева УТ-2. На смену ему пришел Як-18, прослуживший в авиации 25 лет. Юрий Гагарин был среди курсантов ДОСААФ, учившихся летать на Як-18. Свое увлечение спортивной авиацией объясняет сам главный конструктор. Да, я действительно начал свою работу в авиации в школьном авиамодельном кружке в Москве. Это было в 1922 году. Я очень рад, что и сейчас многие советские юноши и девушки занимаются в авиамодельных кружках, в аэроклубах. И кто знает, может быть, и для них авиация станет таким же важным делом жизни, как и для меня. И сегодня сотни спортивных самолетов с маркой «Як» поднимаются в небо. О полетах на самолете Як-52 расскажет наш фильм. Як-52 – двухместный учебно-тренировочный самолет-моноплан. Характеристики самолета обеспечивают обучение летчиков выполнению фигур простого, сложного и высшего пилотажа. Як-52 оборудован двумя кабинами. Задняя кабина для летчика-инструктора, передняя для курсанта. Полеты могут выполняться и одним летчиком из передней кабины. Як-52 предназначен для первоначального обучения и тренировок летчиков в авиационно-спортивных клубах ДОСААФ. Более 10 тысяч человек занимаются у нас в стране самолетным спортом. Ежегодно 2500 курсантов выпускают аэроклубы. Одни поступают в летные училища и становятся профессиональными летчиками. Для других авиация остается любимым видом спорта. Многие начинают путь в небо на самолете Як-52. Самолет этот надежен, легко управляется в полете. Но и он требует от пилота упорной и ответственной работы. Изучение авиационной техники, теории полета, освоение многих летных навыков. Авиация не прощает ни знания, ни умения и ошибок. Цена за них бывает слишком высока. Успех полета рождается на земле, в четкой отработке каждого полетного задания, в постоянном тренаже в кабине самолета. С этими задачами вы справитесь успешно. В этом вам помогут опытные наставники, летчики-инструкторы и авиационные техники. А наш фильм позволит усвоить те моменты подготовки летчика, для которых важна зрительная информация. Профессия летчика связана с осознанным риском, поэтому из многих разделов летной подготовки обращаем ваше внимание на аварийное покидание самолета. А теперь посмотрите, как это делается в воздухе, в реальном полете. Надеемся, что вам не придется аварийно покидать самолет. Но готовы к этому вы должны быть в каждый момент полета.
Вы закончили теоретический курс, приближается летная практика. Перед полетами летчик обязан пройти наземную, предварительную и предполетную подготовку. В фильме вы увидите заключительный этап предполетной подготовки, осмотр самолета и действия летчика после посадки в кабину. Перед вылетом примите доклад техника о готовности самолета. Убедитесь, нет ли под самолетом посторонних предметов. Под колесами должны быть колодки. Осмотрите воздушный винт. Он не должен иметь повреждений. Проверьте наличие шплинтов и положение установочных рисок. Жалюзи двигателя должны работать легко. Осмотрите капот, тщательно проверив закрытие замков по установочным рискам. Осмотрите пространство между капотом и двигателем. Механизмы шасси не должны иметь повреждений и потеков масла. Выход зеркала амортизатора передней стойки 131 мм, обжатие колеса 15 мм. Масло-радиатор не должен иметь повреждений и потеков масла. Осмотрите правую стойку шасси. Обжатие колеса на ней должно быть 20-30 мм. Выход штока 200 мм. Теперь проверьте состояние правой половины крыла. Нет ли повреждений обшивки? Свободно ли отклоняется элерон? Исправны ли шарниры элерона и его обшивка? Осмотрите посадочный щиток, механический указатель положения шасси. Проверьте обшивку фюзеляжа, хвостовое оперение, свободу отклонения руля высоты и руля направления, исправность шарниров, состояние обшивки. Крепление антенны. На левой консоли крыла проверьте щиток, элерон, обшивку. ПВД. Свободу перемещения датчика срыва. Осмотрите левую стойку шасси. Пространство между капотом и двигателем. Проверьте закрытие замков левой части капота. Визуально проконтролируйте заправку самолета топливом. Уровень бензина должен быть не ниже 30 мм от горловины. Горловина после проверки летчиком закрывает и контрит техник самолета. Заправка самолета маслом должна быть минимально 8 литров, максимально 16. Осмотрите кабину. Нет ли в ней посторонних предметов? Исправно ли кресло и привязные ремни? Обратите внимание на внешний вид приборов. Убедитесь, что все АЗС выключены, кран щитков в нейтральном положении. Магнето выключено, кран шасси в положении выпущено и законтрен. АЗС правого пульта выключены. Рычаг торможения на стопоре. Осмотрите парашют, проверив показания прибора КАП-3П. Подгоните по росту подвесную систему парашюта. После посадки в кабину пристегните карабин парашютного фала к чашке кресла. Отрегулируйте педали,
Обратите внимание, летчик без перчаток. Это сделано специально, чтобы более четко видеть работу его рук. Застегните привязные ремни, проверив правильное закрытие замка. Подтяните нижние, поясные, а затем плечевые ремни. Соедините колодку шлемофона с колодкой бортового СПУ. Проверьте, легко ли закрывается и открывается фонарь и надежность его замков. Опробуйте легкость хода педалей и ручки управления. Визуально контролируя отклонение рулей и элеронов. Триммер руля высоты установите на кабрирование. Проверьте внешнее состояние приборов. Показания компаса КАИ-13. Установите стрелки акселерометра в исходное положение. Стрелки высотомера на нуль. Проверьте часы. Если необходимо, заведите их. Установите точное время. На пульте радиостанции выключите подавитель шумов. Регулятор громкости выставите в максимальное положение. Откройте вентиль воздушной системы и проверьте давление воздуха в основном и аварийном баллонах. Оно должно быть не менее 50 атмосфер. Проверьте, хорошо ли перемещаются рычаги управления воздушным винтом, двигателем. Пожарный кран откройте. Опробуйте рычаги створки масторадиатора, жалюзи, подогрева смеси. Перед запуском установите сектор газа на 1/3 хода. Шаг винта малый. Пожарный кран открыт. Магнето выключено. АЗСы правого пульта выключены. Подогрев смеси выключен. Дайте команду технику провернуть винт. В процессе проворачивания винта зашприцуйте цилиндры двигателя. Осмотритесь и подайте команду от винта. Получив ответ «Есть от винта», проверьте герметичность тормозной системы. Включите АЗС и сигнал шасси и прибора двигателя, АЗС и правого пульта. Создайте давление перед карбюратором. Откройте крышку и до отказа нажмите кнопку запуска. Когда винт провернется на несколько оборотов, переключите магнето в положение 1+2. При устойчивой работе двигателя установите обороты около 40%. Проверьте давление масла. Нажмите кнопку авиагоризонта. Включите все АЗС на левом пульте. Примерно через минуту авиагоризонт станет в исходное положение. Проверьте сигнальные лампы оборудования кабины. Включите и проверьте автоматический радиокомпас на слышимость приводных радиостанций и по указателю курса. На оборотах примерно 40% прогрейте двигатель. Когда температура масла начнет повышаться, установите обороты 44-48%. И доведите температуру головок цилиндров до 120 градусов, а температуру масла до 40 градусов. Опробование двигателя проводите при полностью открытых жалюзи капота и заслонке масторадиатора. Запросите разрешение на выруливание у РП. Получив его, подайте команду убрать колодки. Убедившись, что колодки убраны, проверьте работу тормозов. И сбросив обороты до минимальных, запросите разрешение на руление у авиатехника.
Скорость руления не должна превышать скорости быстро идущего человека. Вырулив на взлетную полосу, прорулите по прямой 10-15 метров, чтобы установить носовое колесо по линии взлета. Уберите обороты и остановите самолет. Рассмотрим схему построения маршрута при полете по кругу. После взлета на высоте 20 метров убираем шасси, устанавливаем режим набора высоты. Скорость 170. Первый разворот выполняем на высоте 150 метров. На высоте 300 метров переводим самолет в горизонтальный полет. Скорость 180. При угле визирования на знаке 45 градусов выполняем второй разворот. Выдерживаем горизонтальный полет параллельно знаком. На траверзе контролируем ширину маршрута и выпускаем шасси. При угле визирования на знаке 45 градусов выполняем третий разворот. Перевод на планирование производим, когда угол визирования составит 30 градусов. Скорость 170. Вот в четвертый разворот выполняется на той же скорости при угле визирования 15 градусов на высоте 200-250. Высота вывода 150-200. Выпускаем щитки, знаки в переплете фонаря. Посмотрите, как выглядит полет по кругу со стороны. На старте летчик запрашивает разрешение на взлет и, получив его, взлетает. После отрыва самолета от земли летчик переводит его в набор высоты. На высоте 20 метров убирает шасси. Набор высоты производится на скорости 170 и оборотах 82%. Первый разворот выполняется под 90 градусов в режиме набора на высоте 150 метров. После вывода из разворота на высоте 300 метров самолет переводится в горизонтальный полет. Второй разворот выполняется в режиме горизонтального полета на скорости 180 и оборотах 70%. Угол по отношению к ВПП 45 градусов. Вывод из разворота производится на курс обратным посадочным. На траверзе посадочных знаков выпускается шасси. Когда посадочные знаки проецируются под углом 45 градусов в продольной оси самолета, выполняется третий разворот. После вывода из разворота продольная ось самолета должна быть направлена под углом 80 градусов к ВПП. После третьего разворота самолет переводится на планирование и выполняется четвертый разворот. Скорость на развороте 170. Вывод из разворота в створе полосы на высоте не менее 150 метров. После вывода выпускаются посадочные щитки. Скорость планирования 160. На высоте около 6 метров начинается выравнивание. Заканчивается на высоте не более 1 метра. Приземление на основные колеса с постепенным опусканием носового колеса. Посмотрите, как воспринимает полет по кругу летчик, наблюдая положение капота и показания прибора. Наметив ориентир, начинаем взлет. На скорости 90 поднимаем носовое колесо. При отрыве переносим взгляд на землю. Выдерживаем самолет до скорости 160
после чего плавно переводим в набор высоты. Убираем шасси. Это приборы на вводе в первый разворот. А так видит первый разворот летчик из кабины самолета. Приборы на выводе из первого разворота. На высоте 300 перевод в горизонтальный полет. Тоже по приборам. Второй разворот. Скорость 180, крен 30. Вывод на ориентир с курсом обратным посадочному. На траверзе выпускаем шасси. Выдерживаем режим горизонтального полета. Вот в третий разворот. То же самое по приборам. Выдерживаем скорость 180. Вывод под углом 80 градусов к полосе. Перевод на планирование. Скорость 170. По положению посадочных знаков определяем начало ввода в четвертый разворот. Скорость на развороте 170. Крен 30. Вывод из разворота в створе знаков на высоте не менее 150. Выпустив щитки, устанавливаем капот в точку выравнивания и выдерживаем скорость 160. На высоте 30 переводим взгляд на землю, выравниваем и приземляемся. На пробеге плавно притормаживаем и выдерживаем направление. Проследим за действиями летчика во время полета по кругу. Осмотритесь и, наметив ориентир, запросите взлет. Получив разрешение, включите часы, прожгите свечи, отпустите тормоза и плавно увеличьте обороты двигателя до полных, удерживая самолет от разворота левой педалью. На скорости 90 движением ручки на себя поднимаем носовое колесо, при отрыве переносим взгляд на землю и выдерживаем самолет над землей до скорости 160, а затем плавно переводим в набор высоты. На высоте не менее 20 метров убираем шасси. Проконтролировав уборку по механическим указателям и красным сигнальным лампочкам, устанавливаем первый номинальный режим. Осматриваемся и намечаем ориентир для разворота слева под 90. Высота 150. Начинаем первый разворот. Крен более 30 градусов при полетах по кругу не допускается. Вывод из разворота начинаем за 20 градусов до ориентира или до заданного курса. На высоте 300 плавно переводим самолет в горизонтальный полет и устанавливаем второй номинальный режим. Момент второго разворота определяем по углу между продольной осью самолета и линией визирования на знаке. Когда он составит 45 градусов, намечаем ориентир и вводим самолет в разворот.
Вывод из второго разворота и полет до третьего должен быть параллельным линии посадочных знаков, а курс по компасу обратный посадочным. При правильном построении маршрута консоль крыла проходит по линии знаков, не закрывая их. На траверсе посадочного Т выпускаем шасси, проконтролировав их выпуск по механическим указателям и зеленым сигнальным лампочкам. Запрашиваем разрешение на посадку. Момент третьего разворота определяем по углу между продольной осью самолета и линией визирования на знаке. Он составляет 45 градусов. Разворот выполняется в режиме горизонтального полета на скорости 180. После вывода из разворота направление движения самолета должно быть под углом 80 градусов к линии посадочных знаков. Когда знаки будут проецироваться под углом 30 градусов, плавно переводим самолет на планирование, уменьшаем наддув и облегчаем винт. Скорость 170. Четвертый разворот выполняем, когда знаки будут проецироваться под углом 15 градусов. Вывод из разворота точно в створ посадочной полосы на высоте не менее 150. Выпускаем посадочные щитки и устанавливаем капот в точку выравнивания, выдерживая скорость 160. На высоте 30 метров переносим взгляд на землю, на высоте 6 метров плавно начинаем выравнивать, одновременно убирая наддув. Заканчиваем выравнивание на высоте 1 метр и по мере приближения самолета к земле добираем ручку на себя, создавая посадочное положение. В момент касания ручку управления задержать. После приземления, когда самолет опустит носовое колесо, приступаем к торможению. Высокое выравнивание возникает при неправильном определении расстояния до земли, неправильном направлении взгляда, излишней осторожности. Для его исправления незначительным движением ручки от себя снижаем самолет до высоты 1 метра и производим нормальную посадку. Взмывание возникает при большой скорости планирования, не полностью убранном наддуве, позднем переносе или неправильном взгляде на землю. До 2 метров взмывание исправляем движением ручки от себя, чтобы прекратить удаление самолета от земли, а затем производим нормальную посадку, учитывая большую вертикальную скорость. При взмывании на высоту более 2 метров нужно, не отрывая взгляда от земли, увеличить наддув и уйти на второй круг. Повторное отделение самолета от земли, так называемый козел, результат грубой посадки на 3 точки. Исправляем повторное отделение плавным движением ручки от себя для прекращения ухода от земли, а затем по мере приближения к земле соразмерным движением ручки на себя производим нормальную посадку самолета. Креном 30 градусов выполняется на скорости 190 и оборотах 70%. На схеме
Вы видите показания приборов и положение капота относительно горизонта на всех этапах виража. Так выглядит вираж в реальном полете. Обратите внимание, положение самолета относительно горизонта остается практически неизменным. Крен также выдерживается постоянно. Посмотрим теперь, как наблюдает вираж летчик по капоту самолета и по приборам. Наметив ориентир и увеличив наддув, плавно вводим самолет в вираж. Приборы после ввода. Внимание распределите на положение капота относительно горизонта, величину крена, скорость, угловую скорость вращения. За 20 градусов до ориентира начинается вывод из виража. После вывода уменьшите наддув и вновь посмотрите вираж, обращая внимание на положение самолета в пространстве. Мысленно соотнесите полет с действиями летчика. В учебных полетах пикирование выполняется с углами до 45 градусов при скорости ввода 140. Угол пикирования должен сохраняться постоянно. Скорость на выводе не должна превышать 360 км в час. Так выглядит пикирование, если наблюдать полет со стороны. А теперь вы видите пикирование из кабины летчика. Обратите внимание, капот относительно ориентира неподвижен. Еще раз повторим пикирование. Уберите наддув, установите скорость 140. И плавным движением ручки от себя введите самолет в пикирование. При достижении заданного угла зафиксируйте его и увеличьте наддув. Следите за постоянством угла, нарастанием скорости и направлением на ориентир. При скорости 280 плавным движением ручки на себя выведите самолет в горизонтальный полет. Рассмотрим выполнение горки с углом 30 градусов. Скорость на вводе 300. Угол тангажа сохраняется постоянным. Скорость в начале вывода не менее 170, в конце не менее 140. Горка с углом 30 градусов. Направление взгляда летчика на горке.
приборы на вводе. И выводи. Познакомимся с техникой пилотажа на горке. Устанавливаем обороты 82%. Наддув полный. Скорость 300. Плавным движением ручки на себя создаем угол 30 градусов, проверив его по авиагоризонту. Следим за постоянством угла, скоростью. На скорости 170 плавным движением ручки от себя переводим самолет в горизонтальный полет. Боевой разворот выполняется одновременным созданием крена и тангажа на скорости 300. Максимальный угол набора до 40, крен до 60 градусов. Скорость на выводе не менее 140. Условно, боевой разворот можно рассматривать как сочетание глубокого виража и горки. В полете боевой разворот вы будете наблюдать так. Перемещение взгляда влево позволит вам постоянно сохранять горизонт в поле зрения. Приборы самолета на вводе. И выводе. Познакомимся с техникой выполнения боевого разворота. Установив первый номинальный режим и скорость 300, плавным, но энергичным движением ручки одновременно создаем крен и угол набора. Вывод начинается за 30 градусов до ориентира, на скорости не менее 170, плавно уменьшая угол набора и крен. Скорость в конце вывода не менее 140. Переворот выполняется из горизонтального полета на скорости 170. После полубочки самолет движется по дуге вниз и при достижении скорости 200-210 плавно переводится в горизонтальный полет. Скорость на выводе не более 280. Бочка. Дуга вниз. Вывод. Так видит переворот летчик из кабины. Прибора самолета на перевороте. Проследим за техникой выполнения переворота. На оборотах 82% намечаем ориентир и на скорости 170 создаем угол кабрирования и делаем полубочку. Прибирая наддув, подтягиваем ручку на себя и выводим самолет в горизонтальный полет.
Нестерова выполняется на первом номинальном режиме на скорости 300. Скорость в верхней точке петли должна быть не меньше 140. Скорость на выводе 260-270. Петля Нестерова. Так видит ее летчик. Обратите внимание на расположение линейного ориентира. Приборы на вводе. В верхней точке. На выводе. Рассмотрим технику выполнения петли. Наметив ориентир и установив режим, разгоняем самолет до скорости 300. И плавным движением ручки на себя вводим самолет в петлю. Угловая скорость должна сохраняться постоянной. После прохождения верхней точки плавно прибираем наддув и выводим самолет в горизонтальный полет на скорости 270. Петля выполняется на оборотах 82% в полном наддуве при скорости 320. В первой половине фигуры самолет движется как на петле. В верхней точке на скорости 150 выполняется полубочка с выходом в горизонтальный полет. Разгон, ввод в петлю, полубочка. Смотрите, полубочка начнется в момент, когда переплет фонаря ляжет на горизонт. Напоминаем, скорость ввода 320. В верхней точке 150. Познакомимся с техникой выполнения полупетли. Наметив ориентир, устанавливаем первый номинальный режим. На скорости 320 плавным движением ручки на себя вводим самолет в полупетлю. При подходе к верхней точке, проверив скорость, делаем полубочку. Бочка выполняется на скорости 230 при оборотах 82% и полном наддуве. Обратите
обратите внимание на угол кабрирования и положение капота после вывода. Угол кабрирования 20 градусов. Посмотрите на действие рулями на вводе. Угол, фиксация, вращение. Нисходящая спираль выполняется на скорости 180, с креном 30-45 градусов и убранным наддувом. Более часто нисходящая спираль применяется в зоне для снижения и в зависимости от высоты может иметь один или несколько витков. Рассмотрим спираль более подробно. Перед вводом намечаем ориентир. Плавно опускаем капот, убираем наддув и создаем крен. В процессе выполнения спирали внимание распределяйте на положение капота относительно горизонта, скорость, постоянство углового вращения и крена. На выводе за 20 градусов до ориентира убираем крен, увеличиваем наддув и подводим капот к горизонту. Получив разрешение на взлет, по команде ведущего одновременно с ним начинаем разбег. Момент подъема носового колеса, направление, дистанцию и интервал определяем по ведущему. При правильном выполнении взлета отрыв самолета ведомого происходит одновременно с ведущим. Шасси убираем по ведущему, не отвлекаясь на работу с крана шасси. Постоянно следите за ведущим, удерживая самолет в одной плоскости с ним. Набор высоты ведущий производит на оборотах, позволяющих ведомому маневрировать скоростью. Сохраняя свое место в строю, ведомый должен учитывать инерцию самолета. Полеты строем выполняются только достаточно опытными летчиками после тщательной наземной подготовки. Для наглядности мы специально сократили интервал и дистанцию между самолетами. Они должны составлять 30 на 70 метров. Сейчас вы увидите перестроение из одного пеллинга в другой. Ведущий передает команду по радио и дублирует ее эволюциями своего самолета. Получив сигнал, ведомый увеличивает дистанцию, занимает принижение и правой педалью начинает смещение своего самолета. Ведомый непрерывно следит за ведущим. Так видит ведомый самолет ведущего на перестроении. По окончании перестроения ведомый сокращает дистанцию, а затем интервал до заданных.
Теперь посмотрите, как выполняется вираж. Заметьте, что самолет ведомого находится в одной плоскости с самолетом ведущего на всех этапах виража. Проследим за действиями ведомого. Получив команду, ведомый одновременно с ведущим создает крен и занимает принижение, чтобы остаться в одной плоскости с ведущим. Дистанция сохраняется изменениями режима двигателя, интервал мелкими движениями педалей или изменением крена, превышение ручкой управления. После команды ведущего, как только он начнет уменьшать крен, ведомый, увеличив обороты, одновременно также уменьшает крен, находясь в одной плоскости с ведущим. Следующая фигура при полетах строим – пикирование. Получив команду ведущего, продублированную эволюциями самолета, ведомый занимает принижение 5-7 метров и одновременно с ведущим вводит самолет в пикирование, выдерживая дистанцию над дувом. Вывод из пикирования производится по самолету ведущего, сохраняя принижение. Горка в полете строим. Ведущего перед вводом в горку ведомый занимает принижение 5-7 метров и по самолету ведущего создает угол горки, выдерживая дистанцию над дулом, интервал педалями. Вывод из горки производится по самолету ведущего, сохраняя принижение. Закончив выполнение задания в зоне, с разрешения РП самолеты входят в круг. На траверзе по команде ведущего выпускаются шасси. Во время выпуска шасси ведомый следит за ведущим, не допуская сближения. При посадке парой, выполнение разворотов, перевод на планирование, выпуск щитков ведомый выполняет по команде ведущего, который строго выдерживает скорости. Ведомый убирает наддув по команде и производит посадку, не теряя ведущего из поля зрения. Сруливание с полосы выполняется после полной остановки самолета. Вы научитесь летать и будете уверенно выполнять то, что увидели в фильме. Но это станет для вас только первым шагом в освоении летного мастерства. Высокого вам неба, ребята! Профессии всякие, в общем, бывают. Иной нефтяной океан открывает, второй выбирает открытое море, а мне на работу, на небо седьмое. Ну разве не чудо, ну разве не чудо, земля на ладошке, как будто отсюда, и небо к винтам подкатило рекой, и я к облакам прикасаюсь рукой, к
кто в небо забрался хотя бы однажды, обратно вернется не тот, что в начале. Любовь к высоте посильнее, чем жажда, светлее, чем солнце, надежнее стали. Все выше и выше, все выше и выше. Уже мою песню с земли не услышишь, но ты приглядись, даже в полночь слепую, звездой на твоем небосклоне мелькнуя. А жить нам, ребята, не меньше, чем доста, хоть это, наверное, не так уж и просто. С землей не порвать, высоту набирая, ходить по земле, высоты не теряя. С землей не порвать, высоту набирая, ходить по земле, высоты не теряя.